то в прошлом я приняла решение, что хочу поступать в Санкт-Петербург в РГПУ имени Герцена. И, собственно, когда пришло время подавать документы на бакалавриат, я их подавала через программу Россотрудничества, и мне посчастливилось, я получила квоту и, собственно, поехала учиться туда, куда я хочу. Училась я 4 года на программе и, собственно, была очень довольна тем, как преподается материал. Мне нравилось обучаться, у меня были классные коллеги, мои одногруппники, однокурсники, мы замечательно работали вместе. У меня появились хорошие друзья, но больше, конечно, в общежитии. А далее, после окончания бакалавриата, я решила не останавливаться и продолжила обучение в магистратуре, и также поступала через программу Россотрудничества, и также получила квоту. И сейчас я тоже довольна, у меня замечательные однокурсницы, у меня замечательные преподаватели, я очень счастлива, что когда-то приняла решение учиться именно в Санкт-Петербурге, в РГПУ имени Герцена. Вот, всем ребятам, которые сейчас решают, куда они хотят поступать, и если они сомневаются, не сомневайтесь, у вас все будет классно.